Знаете, этот просто жалко. Вот что, допустим, не взяли и не отдали в армию спасения. Посмотрите. Посмотрите, в прекрасном состоянии, да? И людям не нужны, чтобы никому не досталось. Взяли вот так вот, землю вывалили. Ну, кто-то рад поделиться с неимущими, а кто-то наоборот, видите, вот это вот в прекрасном состоянии, они их, так вот это еще очень дорогие, видите. Ну, это из чистой кожи. Зачем это? Надо было вот так делать. Я не знаю, столько тут тоже бедных людей, что, ну, дали бы тоже в секонд-хенд. Продал бы тот секонд-хенд, вот эта такая мебель, она очень дорогая, даже, ну, за $200 они бы в один день продали. Нет? Лучше выкинут.